нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Улица Советской Армии, 98А. Жители этого и нескольких соседних многоквартирных домов возмущены коммунальной медлительностью. Темпы работ по замене водовода не выдерживают никакой критики. У нас такая ситуация. Нам перекрыли въезд во двор. Перекрыли с июля месяца. Ведется ремонт колодцев, труб. Частично перекрыли улицу Дыбенко. Нам сообщили такие сроки, что ремонт закончится до августа. Сначала августа закончится. Потом в конце сентября, потом в конце октября. Сейчас месяц ноябрь. Ремонт как бы ведется. Улица перекрыта. Ремонт ведется там. Никого нету. Один день какие-то ведутся ремонтные работы, нас не предупреждают о том, что нам отключают воду, и ремонт ведется очень медленно. У нас перекрыт главный въезд во двор. Есть один въезд во двор, но он очень узкий. Если выпадет снег, не проедет ни пожарная машина, ни скорая. У нас не могут вывести нормально мусор летом в жару. У нас 3 дня не могли вывести мусор, у нас была такая вонь здесь стояла. Дело в том, что наша управляющая компания «Комфорт С», они официально запрашивали ООО «Фактор» об окончании сроков ремонтных работ. И есть официальные ответы от этого ООО. Сначала 07.08, потом 30.08, потом 30.09, потом 30.010. Работы не ведутся вообще. Копают возле «Авроры Дыбенко» 2 сотрудника. У нас работы не ведутся. По большому счету, пусть ремонт делается. Это как бы нужное дело. Но откройте въезд. Вот к дому жилому въезд не открыт. Как вот был закрыт с 1 июля. Если в наш двор вечером заезжаешь, уже отсюда не выйдешь никак. Здесь как в плену. Снег выпадет, нам здесь ничего не прочистят. Я не знаю, как вот мы здесь будем жить. Это серьезно большая проблема. Откройте въезд во двор, и все. Больше нас как бы, больше претензий никаких нет на данном этапе. Вообще закрыли на 1 месяц изначально. Все ответы, все запросы УК, все это имеется в наличии. Мы уже пишем в администрации везде, уже даже ничего нам не отвечают. То есть, если раньше что-то отвечали, сейчас уже просто тишина. Как бы закрыли, реконструкция ведется, благое дело, и как бы на этом все остановилось. Вот. Наше как бы огромное желание, чтобы двор во въезд основной был открыт, потому что в ближайшем будущем здесь мы вот с этого въезда мы попасть во двор не сможем. Это серьезно так. Мы как жильцы этого дома крайне недовольны таким долгим перекрытием въезда в наш двор. Не можем никакая техника, не можем ни заехать, ни пожарная, ни скорая. Разрыли, никакие работы не ведутся. Будьте добры, этот участок хотя бы нам откройте, чтобы был какой-то элементарный участок. Не могут у нас коммунальные системы с фактором разобраться, кто должен этим заниматься. Но просим департамент города Самары обратить внимание, администрацию города Самары, помочь нам в этом деле. Так как у нас уже с июля месяца, но уже нет сил жаловаться во все инстанции и искать какой-то выход в сложившейся ситуации. Заказчиком является Самарские коммунальные системы. Подрядчиком является фирма «Фактор». Вот. Когда мы звонили фирму ООО «Фактор», нам отвечали, что ремонтные работы ведутся, но когда, что будет закончено, они не говорят. Здесь стоит вагончик, там сидят 2 охранника, и все. Редко приезжают какие-то люди, смотрят за тем, как идут работы, что-то делают, копают. 2 недели назад закопали эту яму, но выезд. Там была яма огромная, вокруг колодца. Закопали, но асфальт нам не положили, выезд не открыли. Как бы это все не развалилось, потому что закапали во время дождей. Мы звонили в «Фактор», «Фактор» отвечает, что все это согласовано, перекрытие нашего двора согласовано с ГИБДД, что все это делается по согласованию. Нам перекрыли, нам вбили железные гули в асфальт этими знаками, то есть нам испортили новый асфальт, который недавно положили. И все, не в очень вежливой форме общаются, говорят, что у нас все решено, мы все делаем, а вы, извините, терпите. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.